Помоги! Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. Это 17-я часть моего прохождения, где мы будем изучать вот этот бережок. Посмотрим, как открыть нам еще одну тайную гробницу с помощью какого-то нового инструмента. Ну и вообще, посмотрим, что у нас здесь за секретики. Давайте зайдем в лагерь. Так, у нас одно очко навыков и довольно много инструментов, чтобы улучшить наше оружие. А боец мы уже полностью выучили. Давайте посмотрим, что у нас в охотнике еще осталось. Итак, лук. За использование стрел как оружие ближнего боя. Так, модифицируется. Модифицируется. Дополнительные награды. Дополнительные награды. Все это ерунда и не очень-то поможет нам в бою на самом деле. То есть получается, что все мы основные вещи, которые могли выучить, уже выучили. Вот, давайте нанесем все гробницы и важные места на нашу карту. Внимательно изучите карту, на ней указаны координаты гробницы, сокровищ. Отлично. А, и давайте сразу... А, нет, сначала перейдем к улучшениям. Так, сначала перейдем к улучшениям. Дробовик у нас почти полностью улучшенный. Винтовка 7 из 7. Пистолет 4 из 8. Да, вот... Можно дробовик улучшить, конечно, по полной. Давайте, наверное, так и сделаем. Что у нас еще осталось в улучшении дробовика? Это стабилизировать оружие при стрельбе. Давайте сделаем. Не так уж и дорого это стоит. Обмотка приклада 2. Отлично. Улучшили. И у нас еще осталось не так много ресурсов для улучшения. Кстати, всего осталось улучшить пистолет и все. И все. Но я думаю, скоро мы уже найдем новые детали и еще больше улучшим. Так, модифицированная рукоятка уменьшает отдачу. Вообще, подождите, я пока не буду тратить. Я думаю, скоро, совсем скоро, мы уже полностью улучшим винтовку. Вот, и как только я разберу все это, попробуем поднять мотор на тросах. А мне что делать? Не путаться под ногами. Да. Так, у нас здесь еще одна книжечка, давайте почитаем. Нет, сначала дослушаем диалог. Ух ты! Простите, простите. Ну, все хорошо, успокойся. Ничего не трогай. Ничего себе, вы тут развлекаетесь. Постреляли так спокойненько. Так. Сколько времени нужно на ремонт мотора? Ну, если Алекс принесет инструменты, пара часов. Мы сможем отплыть утром. Если Алекс не учудит чего-нибудь. Да, действительно, если Алекс что-нибудь не учудит. Так, и еще одна книга. Ну, давайте начнем читать. Я что-то здесь чувствую. Что-то такое из далекого детства. Когда у моего отца случались припадки бешенства, мы с братом прятались от него, и он рассказывал мне сказку о русалке с рифа. Я помню этот непреодолимый зов океана. Мне хотелось убежать от всего и броситься в безмолвные воды. Когда я сейчас вижу прибрежные рифы, мною вновь овладевает это желание. Зеленые водоросли, колышущиеся в остовах кораблей — это волосы русалки. А соленые брызги волн, бьющихся о скалы — ее слезы. Лара права, этот остров проклят. Тут обитает неистовая сила, которая ни за что нас не отпустит. Если случится худшее, я позволю русалке забрать меня. Я уплыву отсюда прочь и там, среди волн, повстречаюсь с моим братом. Да, весьма печально, но это как крайний случай. Так, карту давайте откроем и посмотрим как раз... О чем мы говорили, у нас же есть теперь все тайные гробницы. Да, вот у нас гробница неоткрытая. Тайник здесь. А это что? А, давай, давай. Что-то неудобно как-то. А, во, вот так вот перемещаем. Карта сокровищ здесь, но она нам не нужна. Лагерь, тайничок. Хорошо, понятненько. Если покажутся эти психи, тебе придется стрелять по-настоящему.
Ты... Ты думаешь о нем? Эй, ей здорово досталось, Рейс. Не волнуйся, Сэмми. В случае чего стрелять... И давайте еще одну книжечку почитаем. Ладно. Эти маньяки... Рот, знаю, ты считаешь, я слишком резка с Ларой. Но у меня есть на это причины. Дорогостоящее научное судно с кучей народа отправляется к черту на рога ради ее невразумительных теорий. Лара должна чувствовать свою ответственность. Не говори, что это было твое решение. Мне иногда кажется, ты забываешь, что она тебе не дочь, чтобы выполнять все ее капризы. Как еще объяснить то, что ты направил Эндьюранс в треугольник дракона? Скажи, что тебя на это подвигло? Да, признаю, она очень умна. Допускаю, что у экспедиции есть шанс на успех. Но грандиозные планы – это далеко не все. Ты не хуже меня знаешь. Такие предприятия никогда не идут по плану. Лара неопытна. И если дерьмо попадет на вентилятор, оно забрызгает всех без исключения. Так что пока мы живые и с горой добычи в трюме не ляжем на обратный курс, я не дам спуску этой девчонке. Да, Рейс с самого начала не очень хорошо к нам относится и, в общем-то, совсем-совсем нам не доверяет. Так, где-то здесь еще должен быть тайничок. Ну да бог с ним. Давайте изучать наш чудесный, прекрасный остров. И, ага, там у нас припасов немножечко. Хорошо. Так, тут что у нас? Ну, пока нового снаряжения у нас нету, мы эту гробницу не откроем. Тут я не знаю, какая-нибудь ракетница нужна подствольная, если уж гранатомет не помогает. Так, а вообще куда нам нужно-то? А вообще нам нужно вон туда. Зато вот здесь вот есть куча всяких мест интересных. Немножечко стрел нам пригодится. А это что такое? Какой-то бакен, походу, да? Ага, а, здесь столбик, и мы можем за что-то зацепиться. Я пока не вижу за что. Где здесь обмотка-то? Это должна быть обмотка. Что же я не вижу-то, а? Где-то должна быть. Недаром эта фигня здесь стоит. Нет. Не сюда. Да. Что-то... Понятия не имею, куда здесь можно зацепиться, но куда-то вроде можно. Да. Пока не знаю. Ладно. Сильно спрыгнула Лара. Давайте инструментиков возьмем. Пригодятся. В любом случае. Может и... О! Одна из трех деталей дробовик. Ну, лучше бы винтовку, наверное, улучшили. Потому что винтовки уже два из трех есть. Это не так уж и плохо. Улучшить нашу винтовочку. Поплаваем немножечко, Лара. Немножечко поплаваем. Можешь залезть? Нет, не можешь. Странно, а как нам туда? Сюда попасть? Ладно, неважно. Ну, здесь у нас все закрыто. Все закрыто. Кстати, смотрите-ка, там катер. А, ну он разбитый. Поэтому Лару он не интересует. Так, ладно, давайте выбираться отсюда. Вот здесь у нас есть веревочка. Хотя зачем она здесь нужна? А, это, подождите, один из блоков, что ли? Это вроде один из блоков. Ну-ка, вылезем. Так. И что в итоге? Мы отцепили лодку, так? Так, отцепили лодку, хорошо. А блок мы не подобрали, мы его просто разбили, супер. Чем он нам нужен? О, чаечка, чаечка, чаечка. Опа! Нет, нет, не падай. Не падай, чайка. Ладно, мы уже ее не достанем, не пойду я за ней. Глупая чайка. Понятно, конечно, зачем нам блок-то нужен, что я говорю. Но этот почему-то свалился. И все, исчез. Видимо, где-то здесь есть комнатка, где эти все блоки можно найти. Куда ты вниз-то лезешь, Лар? Давай, вот, вот так вот. Ух, туда еще спускаться? Зачем? Так, ну ладно, видимо, придется. Придется спуститься. Пока не знаю, зачем.
Так, ага. Интересно. Португальский. Его больше сотни лет. Круто. Португальский корабль. Вау. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Куда это ты? Упасть решила, а, Лара? Даже не думай. Даже не думай. Мы лезем внутрь португальского корабля старого. Они вооружены. Не знаю, дай подумать. Хочу все молчать. А, мы в ловушке. Черт, что же делать? Черт, да заткнись ты. Дай подумать. Что-то здесь не так. Сам же видел, с горы валит дым. Да, но это ничего не значит. Как стемнеет, пойдем. Стой, не нравится мне. Давай лучше подождем, когда нас сменят. Слишком долго ждать гребаной смены. Тут что-то не ладно. Так что собирайся, на закате уходим. Так. Здесь у нас есть парочка ребят, которые, в общем-то, не очень-то хотят. У, глушитель. Круть. Давайте попробуем с глушителем поработать. Как Хитман. Где же еще один? Ну-ну-ну-ну-ну. Нас не видят? Не видят. Никто не услышал, удивительно. Ладно, я возьму лук по привычке. Старый добрый. Да что ж такое, я все время эти горшки ломаю, а? Это же палево. А, вот он. Наверху там стоит. Сейчас мы ему в спину зайдем. Сейчас, 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 сейчас. И... да. Готов. Отлично. Наверное, первому можно было, но... что-то не хотелось мне рисковать особенно. И глушитель заодно попробовали. Так, куда лезть дальше-то? Туда, что ли? Нет, не туда. А куда? Сейчас выясним. Сейчас все выясним. А, да, 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 надо собрать ништячки. А, вот сюда. Все, понятно. Опять здесь все белой краской вымазано. Хотя, если бы вымазано не было, я бы не нашел. Так. Куда это мы, интересно, лезем? Как это все еще не сгнило? Наверное, как-то оно все это законсервировалось. Закостенело это дерево. Нашла. И что? Мы якорь нашли. Зачем нам якорь? Что мы нашли-то, Лар? А, вот что. Йо! Ну ничего себе. Да, Лара без шума не обходится. Отнесите такелаж Ионе. А, эта штука еще и такелаж называется. О, мы можем сюда залезть? Ну-ка, 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 ну-ка. Будет классно. Нет, туда уже не залезть. О, красотища. Ладно, пошли назад, Лара, пока ты не упала. На всякий случай. Эй, не прыгать, не прыгать. Да как ты выжил-то ты после стольких стрел, а, сволочь? Как ты выжил, а, объясни мне. Как ты выжил? Как ты выжил? Ё-моё, я уже какую стрелу в него пустил? Четвертую? На, иди сюда. Слушайте, он еще живой, а? А, попал в меня, попал? Ну, говнюк. О, а этот все-таки сгорел. Да что ж такое? А знаешь что? Вот и все. Все твои стрелы прахом пошли. Когда у нас есть просто офигенный калаш. Да. Ну, долго их убивать, они какие-то жирные стали в последнее время. Ужас. Так, как нам отсюда? А, ну вот. Давайте спускаться отсюда по-быстренькому. Опа! Shift! Ха-ха, класс. Ну, а все, тут уже только в воду падать.
Так, один мы сделали. А, ну и все, смотрите-ка, они уже к лагерю перебрались. Хорошо. Сейчас скажу, что им еще что-нибудь нужно. По-любому. И нам нужно будет куда-нибудь вон туда идти. Спасибо. Что с тобой? Алекс еще не вернулся. Помогите! Помогите! Это Уитман! Иона, помоги! Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целы, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Лара, постой! Вот, возьми это. Я его нашел и приберег для тебя. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона. Ну ни хрена же себе. Ничего себе, это что за лук из кризиса? Что? Офигеть. Модификация оружия, рекурсивный лук в композитный лук. Вау, вот это круто. Вот это действительно круто, это сказать нечего. Лук просто вау, вы посмотрите. Вы только посмотрите. Это какой-то лук из кризиса уже, точно. Итак, что у нас здесь? Огненные стрелы при попадании поджигают больше... Большой. Надо было написать больший. Потому что они и так поджигают участок земли. 5 из 7. А что еще у нас не сделано? А, вот это. Витая тетива увеличивает урон от выстрелов. Ну, витую тетиву, конечно, сделаем. Безусловно, сделаем витую тетиву. Ну и потом уже накопим на супер этих, на супер стрелы. Блин, ну и лук обалденский. Просто обалденский лук. И он все еще не самый лучший, что ли? Найдите детали, откройте модификации в категории лук. То есть можно еще лучше лук сделать? Да ладно. Да ладно. Ничего себе. Он и так офигенский. Мне и так все нравится. Лара, мне и так все устраивает. Стоит у берега за утесами. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы. Блин, ну, как я и сказал. Честно, как я и сказал. Нам нужно теперь двигаться туда. Так. Может, этот лук пробьет и вход в эту гробницу? Было бы весьма неплохо. А, наверное, он сможет вытянуть. Наверное, он такой крутой, что сможет вытянуть. Нужно Нет? найти что-нибудь покрепче. Что-нибудь покрепче. Наверное, нужно найти тетиву покрепче. Так, тетиву покрепче. Ну, не знаю, где это можно будет найти. Наверное... еще круче лук нужен для этого. Кто знает.
Ладно, во всяком случае, нам теперь нужно отправляться в эту сторону. Гробницу мы все-таки еще не можем разведать. Так, композитный лук. Ага, опустите комету в неровную скалу, чтобы навесить веревку. Ну все, все понятно. Давайте полазаем здесь. Теперь этот лук может создавать вот такие вот мосты отличные. Да, класс. Действительно классно. Опа, зацепились. Превосходно. Ну что, Рейс, я подскажу к Эндьюранс. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. К тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Хожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Угу, ну все понятно. Нет, этот чувак реально, короче, он договорился как-то с пиратами. И сейчас, ну, если их можно назвать пиратами на самом деле, это скорее какие-то островитяне получаются уже. Он договорился с ними и явно что-то, какую-то свою игру затеял на эту тему. Как я еще и сказал, он тогда я сказал еще в замке, что, мол, он-то предатель, по-любому. Рожа мне его сразу не понравилась, когда он еще сдал нас тогда, помните, в самом начале? Положил оружие, дурило. О, так зацепилось? Я думал, надо будет цепляться с помощью нашего крюка. Так, ничего я тут не пропустил. Ага, чайка. Чайка. Вторая чайка. Да. Смерть чайкам. Ой, тихо, 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 тихо. Отлично. Свяжуем. Освежуем. Так, класс. Еще там чайка. Ачив за 10 освежеванных чаек, там ворон или кого угодно, короче. Из птичек. Из пернатых. Так. Да, попробуем сходить. Что у нас там? О, нет, мы спугнули чайку. Да что ж такое, они все время падают куда-то вниз, а? Беда прямо с этими чайками, честное слово. Так, нам надо обратно. Эти чайки. Но не так просто они нам даются. Так, а внизу у нас есть что-нибудь интересное? Ну-ка, ну-ка. Так, о, тайничок. Тайничок, это хорошо. Давай спустимся, Лара. Ага. И посмотрим, что у нас в тайничке. Этим пользовались песцы китайского императорского двора. Интересно. Еще чайка. Наверное, сейчас опять упадет. Нет, нет, стой, стой! Чтоб тебя, чайка. Как же не стыдно-то, а? Нас так прокидывать. Все время падает и падает вниз. Ладно, как отсюда выбраться-то? Трубу нам не запрыгнуть на эту? Нет, не запрыгнуть. А, вот на эту балку как-нибудь и с этой балки прямо сюда. Да, вот так вот. Стоп, 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 стоп. И вот сюда, да. Отлично. Так, зачем эта обмотка здесь? Она недаром тут навешана, это обмоточка. О, еще один тайник, супер. Обожжен по краям. Что случилось с хозяином? Один из трех, семейная прогулка. Да, семейная прогулка явно не задалась. У этой семеечки явно не задалась. А, вот здесь вот можно залезть. Отлично. Опа. Ха-ха. Класс. Так, а, во, давайте ящик сшибем. Сколько у нас там стрел-то, кстати? А, ну 34, хо. Вполне достаточно. Блин, опять вниз лезть. Но я боюсь, там может быть что-нибудь полезное. Какая-нибудь часть винтовочки. По-любому. Ну, точно. 2 из 3 деталей собрано лук. Скоро мы улучшим этот лук по полной. Давай, Лара, не падаем. Так.
Такс. Ну и все, наверное, здесь мы уже все сделали. Здесь больше искать нам нечего, ловить нечего, как говорится. Давайте дальше отправляться. Отправляться дальше. Так, надо как-то к этому тросу подобраться. Сейчас. Это здесь залезть, наверное, можно. Нет? Ага, лесенка. Все правильно. Аккуратней, аккуратней. О, вот так вот, отлично. Ну давай, Лар. Во, все, поехали. Наконец-то. Опять чаек всех прогнали, да что ж такое. О, смотрите-ка, здесь можно обратно пустить стрелу и забраться, только вот, куда? Ну ладно, пока это не наша проблема. Это проблема будущей Лары, а настоящей Лары сейчас другие дела. Собрать вот эти инструментики. Хочу уже какой-нибудь новый инструмент собрать. Что они сказали? Что-то происходит. А, нет, ничего не нашли. Баба освободила пленников и положила всю охрану. Что, серьезно? Да кто она такая? Не знаю. Говорят, с последнего корабля. Она убила Владимира Владимировича. Что? Она убила русского? Ни одного. Дмитрия Анатольевича с Николаем. Ничего себе. Борису уже сообщили? Он сейчас работает на том корабле, на котором она прибыла. Так что, думаю, вряд ли. Когда он узнает, что братья погибли. Да, хорошо, что я не в его команде. У этого бычара совсем крыша съедет. Ребят, вы поняли, да? Она убила Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Вот это эпик. Помогите мне! Она вооружена! Да что ж такое-то? Где они? А? Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Иди сюда, иди сюда, ну. Да чтоб тебя, а. Я все хочу ее кометы стянуть. Давай, 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 давай. Ну где ты там? Да чтоб тебя, урод, а. Ну давай, попади же. Ух, ё-моё. Динамит, это плохо. Убил Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. А Борису уже сообщили, блин, всех наших президентов сюда загнали. Потеха какая. Ладно, что-то не получается у нас кометы их стянуть, не весело, блин. Хотел прям веселые игрульки устроить, когда они падают вниз, но... Видите, нужно, чтобы прицел был красненький, а иначе ничего не выходит. Как нам наверх-то залезть, а? А, ну да, лесенка. Давай, давай, Лар. Ага, то есть нам тут еще и не забраться. Понятно. Ну и как быть? Так, сейчас, как быть? Он там себя, что ли, сжигает, дебил? О! Иди сюда. Да чтоб тебя, а? Да иди же сюда. На тебе, урод. Ну давай, давай. Ну падай же вниз. Ну, да что ж такое? Ничего мне не выходит с этим стягиванием. Главное, она тянет, но чуть-чуть. Промазал ты, лох. Ну давай, вылезай. Нет, ну лук, конечно, я вам скажу, не самый фонтанирующий и, в общем, не бьющий ключом. Не слишком он супер. Супер-пупер лук. Ладно, нам, в общем, туда нужно. Лара убила Владимира Владимировича, блин. С Дмитрием Анатольевичем. Причем они еще братья были. Жесть-то, а. А, у них еще Борис есть, да, наверное? Еще один брат Борис. Супер вообще. Такой Степ хороший. Красавцы. Да. Так, вверх, вверх, и так, отлично, прыжок, хо, зацепились, отлично, отлично, ползем, 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 осталось нам только с Борисом разделаться. Итак, пропавшие без вести, доберитесь до Endurance. Ну что же, а что у нас там? А, там еще одна гробница.
Ну хорошо, а тут больше ничего нету? О, есть припасы, есть инструменты. Все есть. Все есть, только мы... О, еще один тайник, конечно. Конечно, вот так можно мимо пройти и не заметить. Что случилось с детьми? Да, паровозик-то неплохой. Действительно, что с детьми случилось? Ну, ничего хорошего, как мне кажется. Так. Отлично. Выходим отсюда. Привычно... А, нет, стоп, инструменты же с той стороны были внизу. Так, как нам туда спуститься? Как-нибудь аккуратненько нужно спуститься. Давай, Лар, ну... О! Нет, тут опасно. Тут опасно, можно разбиться. Еще как можно разбиться. Ладно, фиг с этими инструментами. Полезли дальше. На обратном пути захватим, мы же вернемся все равно. Хорошо. Черт, что мы скажем охране? Не беспокойся. Мы скажем, что он сам прыгнул. Но ты его застрелил. Не бери в голову. Они ведь даже тело не найдут. Черт побери, брат. Почему ты это сделал? А почему он не заткнулся? Он меня достал. Императрица то, императрица это. Все эти молитвы и песнопения. Я просто не выдержу. Достаточно было врезать. Говорю, сорвался. Это место плохо на меня действует. Да, но теперь ты должен молчать. Главное, ты сам не болтай лишнего. Да, да. Да. Он больше не скажет ничего лишнего. Помогите мне! Так, ну что ж такое-то, а? На тебе, на! На тебе! Опа! Промазал. Давай, давай. Вот и все. Готов. Плюс 50. На повал. Да, ну и психи, конечно, я скажу вам. Ну и психи. Как нам туда-то забраться? Ага, тут какие-то у нас веревочки. Какие-то у нас тут всякие переходики, дорогие друзья. О, вот так. О, зацепились. Отлично. И нашли еще одну какую-то каску. Какое-то захоронение. А, каска-то похожа на какая-то конкистадорская. Да, она может пойти на корабль, и именно туда мы, дорогие друзья, направляемся. Ну а продолжим мы в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.